получается. Есть ограничение определенное физическому человеку. Поэтому не крутите носа. Это дело того, что касается ноги. Пошли. Давай, 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 держи, держи, поднимайся. Молодец, молодец. Сергей Леонидович, так душно, надо проветрить, а то дышать уже нечем. Хорошо. Дети, внимание, 15 минут перерыв. Давайте все из зала. Ну, я понимаю, ребят, им же хочется узнать, кто поедет в Париж. И нам самим хочется узнать. Но решение это принимают французы. Ребята! Это не смешно! Откройте! Леонидыч, позвони вахтеру, у него есть запасной ключ. Точно! Ребята! Ребята, это не смешно! Откройте сейчас же! Леонидыч, позвони вахтеру, у него есть запасной ключ. Ребята, это не смешно, откройте.
Ребята, это не смешно. Откройте. Леонид, позвони Вахтеру, у него есть запасной ключ. Позвоните Вахтеру, у него есть запасной ключ. Точно. Занято все время. Наверное, болтает с кем-то. Делай.
Если не скажете, кто поедет в Париж, отсюда не выйдете. Человек-паук. Если я узнаю, кто этот Человек-паук... Он точно в Париж не поедет. Может, местами тогда поменяетесь? Да, поменяйтесь местами. Ну, чтобы было понятно, что это другое. И смотрите, Андрей, вы командуете тогда, чтобы они одновременно глянули, как оно выползает. Сергей Леонидович взял, открыл и читает. Если не скажете, кто поедет в Париж, отсюда не выйдете. Человек-паук. Я прочитаю с ошибкой, там просто написано отсюда. Я прочитаю, что течет, просто течет. Начали. Если не скажете, кто поедет в Париж, отсюда не выйдете человеком Божьим. Если не скажете, кто поедет в Париж, отсюда не выйдете. Человек-паук. Нет, высоко. Ну что, Михайловна, вспомним наше цирковое прошлое? Але, ап! Ну что, Михайлов, помним наше цирковое прошлое? Ну что, Михайлов, помним наше цирковое прошлое? Да вот же они. А мы еще удивились, куда вы делись, и полотна пропали. Так, все ко мне. Признавайтесь, кто это сделал? Признайтесь честно, кто нас закрыл? Я. Стоп!
Честно признайтесь, кто нас закрыл? Я... Признайтесь честно, кто нас закрыл? Я... Я иду мимо. Слышу, у вас тишина. Думала, у вас никого нету. Но я и закрыла, чтоб вещи-то не сперли. И это тоже вы написали? Чего? Я иду мимо. Слышу, у вас тишина. Думала, никого нет. А это тоже вы написали?